Всем доброго утра. Максим хочет с утра задуть свечку. Правда, все еще спят. Поэтому будем с ним вдвоем свечки задувать. Все хочет это. Потом, чтобы потом прийти просто и торт поесть. Сейчас я в свечки вставлю. Мужу вчера ему один подарок подарили. А остальное деньгами перевели ему на его счет. Мы ему открыли счет в банке. Так что совсем взрослый мальчик. Вот, смотрите, такой тортик у меня получился. По-моему, очень неплохо. Настал тот час. Поздравляю тебя. Загадывай желание. Ура! Все. Максим превратился в 16-летнего парня. Теперь у него открываются новые горизонты. Правильно? Да. Да? Ты рад? Поздравляю. Тебе можно завтракать, да? Спокойно. Да, как тебе наушники, которые? Наушники, да. Классные? Да. Вот, ты можешь еще баланс проверить своего счета в банке. Какого? Через время? Угу. Сейчас чек. 417 долларов. Ты рад? Да. Это все, короче говоря, от всех родственников, которые скинулись. Да, карточка, думаю, скоро придет. Юрий вчера пришла, так что тебе тоже, наверное, скоро придет. Поздравляю! Ура, ура! Поздравляем Максима! У меня сегодня праздничный завтрак в честь дня рождения Макса. Йогурт с ягодами, 2 блинчика и кофеёк. Всем хорошего дня! О, ребята, сейчас убиралась, вообще устала. Решила, что надо пообедать. Максим только что со школы пришел, но он уже пообедал. А, кстати, я покажу вам фотку. Его там поздравляли тоже с днем рождения. Вот там у кого-то еще был день рождения, у одноклассницы, ну, короче, у подруги. И они там вместе поздравлялись. Я покажу, что там приготовили. Сейчас покажу вам, что это за суп. В общем, не покажу. Коробки нет. Это Panera Bread. Суп тыквенный. Сейчас хочу попробовать. Надеюсь, будет вкусный. Так, вот у меня суп чиабатта. Жалко, у меня нет тыквенных семечек. Хотя в Костко последний раз они продавались со скидкой. Поэтому я кунжут посыплю. Думаю, тоже хорошо будет. Вот. Сейчас будем пробовать. Не знаю, горячо я погрела, не горячо. Ну, на вид очень даже ничего. Надо посмотреть состав. Ну, явно тут есть сливки. Потому что... вкусный, но такой сладкий. Тыквенный суп разве должен быть такой сладкий? Он прям сладкий, как будто бы в нем сахар. Сейчас я посмотрю упаковку. Есть ли в нем сахар? Но на вкус очень вкусный. Еще бы какой-нибудь, знаете, немножко перчика, что ли. Итак, я нашла упаковку. Глютен-фри, вегетарианский. Давайте посмотрим, где ингредиенты. Ингредиенты: тыква, вода, морковка. Это типа бульон, что ли. Вода, морковка, сельдерей, лук, томатная паста, кукурузное масло, дрожжи, картофельная мука, соль, такой, короче говоря, пудра из лука, ну, сушеный лук, короче говоря, чеснок сушеный, молоко, крем-чиз, ну, то есть сыр, да, слушайте, коричневый сахар есть. Потом еще есть, то есть есть памкин, а есть butternut squash. Это тоже как бы тыква. Потом heavy cream, это жирные сливки. Так, все. Потом еще есть, смотрите, есть еще сахар какой-то, есть яблочный сок, есть кукурузный сироп, соль. Пюре из имбиря, мед, лимонный сок, ну и какие-то специи. В общем, вот такой состав. Ну, похоже, тут есть и сахар, и коричневый сахар, и яблочный сок, и мед, поэтому сладкий. В общем, вот так вот. Ну, это вот так вот в Костко мы покупали. Вкусно, но по мне так слишком сладко. У нас сегодня незапланированная поездка в библиотеку. Да, Алекс? Я запланировала.
Пойдемте. Да, Вова запланировал. Пойдемте вот здесь ближе. Очень быстро. Да, потому что Вова хочет взять какую-то игру в библиотеке. Ой, какой ветер. Да, Вова уже второй день просит. Мы решили сразу после школы заехать. Побежали, дети. Так, все, сейчас Вова выберет и поедем домой. Давай мне карточку. Так, дети выбрали две игры, да? Классно, да, что в библиотеке можно взять? Правда, Вова сказал, что выбор не очень богатый. Да, не нашел ту игру, которую хотел, но ничего страшного. Посмотри на меня, Алекс. Посмотрите на него. Как вы думаете, ему вот это чачки? Очень. Говорит, я похож на хипстера. Осторожно. Дети балуются, приехали из школы. Вот так вот Леша у нас теперь ходит в школу. Посмотрите на его прическу. Все девочки там с ума сходят, да? Леше это не нравится. Популярность такая. Но ничего. Надо как-то это пережить. Принять и простить. Посмотрите, откуда нам пришла открытка от наших друзей. Прямиком из Австралии. Мы решили с Куралой, в общем говоря, она говорит, хочу отправить открытку, говорит, но, типа, кто хочет получить? Я говорю, давай, говорю, это, к нам пришли в Америку. Потому что она куда-то отправляла, я так поняла, не дошла открытка. Вот, нам, получается, дошла она за 12 дней. Так что спасибо, ребята. Очень рады вашему привету. Ну что? Погнали. Мы погнали, да. Мы едем. Сейчас начнется музыка у нас тут. Ты пристегнись. Мы едем отмечать день рождения вот этого парня. Recording started. Да, вот recording started. Нас записывают скрытая камера. Едем сегодня в новое место. Мы там ни разу не были. И вы там тоже, наверное, не были. Ну, во всяком случае, с нами точно. В стейкхаус едем. Называется Ария. Какое-то персидское заведение, да, ты там читал? Да. Персидское вроде бы. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вместе будем это исследовать новое место. Проверим, как там кухня в персидском ресторане. Берри. Собственно, вот он. Но мы сейчас припаркуемся где-нибудь, наверное. Все, мы припарковались на паблик паркинге. На, короче говоря, общественном паркинге. Бесплатно 3 часа. А как выйти-то отсюда? По-моему, вон там. Мы нашли выход. В общем, мы приехали в даунтаун Пало-Альто. Город такой есть рядышком, в котором живут всякие разные Цукерберги, Тим Куки и прочие знаменитости в IT-мире. Так, ну что? Арестый хаус. Где вход? Я надеюсь, нас ждут. Мы делали резерв. Посмотрите, как здесь красиво. Тут прям настоящий ресторан. Класс, да? Ребята, мне кажется, здесь классная еда. Очень приветливая хостес. Ладно, мы сейчас что-нибудь закажем, мы вам покажем. Тут, в общем, есть и в принципе, и мясо, и рыба, и, говорят, здесь шикарная паэлья. Вот. Но цены вот такие. Рибай стейк стоит $55. Томагавк, например, 149. Ну, томагавк это прямо огромный кусок будет. Да. Ну, в общем, вот такие вот цены. Вот Нью-Йорк стейк 49. Ну, примерно так вот, $50-$60 примерно. Вот, все остальное, это всякие идут уже дополнения, салаты есть, типа. Так, дети заказали. Что это у тебя? Попробуй, это лимонад? It's blackberry. Давай, да. Мы готовы. Да. Здесь посуда, моя любимая посуда, с таким этим, помнишь? This, кстати, у нас такие стаканы тоже есть, есть такое. А где Вовчик твой этот, не принесли, а у Максима что, это персик, да, реально? Вкус персика? У них тут, смотрите, какие вина стоят наверху.
красивые такие чайнички. Смотри, этот самоварчик там стоит. Видите? Вот здесь тоже шкаф с винами классный. Вообще, очень симпатичное место. Какие тут светильники, картины. Нам принесли вино. Смотри, какие бокалы огромные, да? А, что за вино? Каберне Савиньон, да, какое-то? Да. Какое-то нашинское, калифорнийское. Ну ладно, давайте. Давайте, пока не начали есть, то скажем ребенку. С днем рождения, Максим. Капибезды, Максим, для того, чтобы... Я думаю, для того, чтобы у тебя все было, у тебя все есть. Вот. Есть характер, есть стремление, есть, я думаю, удача какая-то, да, поэтому всем этим пользуйся на 100%, и все у тебя будет. Мы тебе, главное, желаем счастья и здоровья. Будь здоров, дорогой. Ура! Дети, а вы что не чокаетесь? Давайте, Максиму, с днем рождения. Happy birthday! Happy birthday! Сейчас тебе сделают коктейль. Сейчас тебе сделают. Нас еще посадили за такой огромный стол, да? На сколько он человек? На 8, да, наверное? У них, наверное, на 5 нету, да? Таких вот отдельных. Хотя, а, вон тут на 4, да? Ну, там были на 6. Да. Ну, на 6, наверное, это... Прикольно, да? Вы посмотрите, какая красотища. Это, как их называют? Ребрышки бараньи. У Максима нью-йоркский стейк. У Алекса, как его? Лобстер. Вовчика тоже, как его называют? Ребрышки. И мой филе миньон. Посмотрите, какая красота. Вот это я понимаю подачу. Вот это по-нашему, правда ведь, Юр? Вот это я понимаю, да. Ребята, мы, походу, тут просто места не знаем, да? Места надо знать. Вообще, Лёша тут, смотрите, орудует ножом. Вкуснота? Серьезно? Юра говорит, очень вкусно. Максим, как тебе мясо? Вкусное? Круто. Я очень рада. Сейчас Алексей попробует лобстера. Свежего. Вкусно? Вкусно, говорит. Владимир, посмотри, какая красота. Посмотри, какая красотища. Так, ну что, мы наели на $422 с учетом, как это называется, типсов, да, таксов и прочего-прочего. Все довольны, все съели, ничего не осталось. Именинник доволен. И мы сейчас едем есть торт, да? Едем есть торт? Да. Едем торт есть. Ребята, как это было вкусно. Правда, Максим? Между прочим, ресторан выбирал Макс. Ага. Так что мы все довольны, да, похоже? Ага. Посмотрите на это довольное лицо. Все довольны? Все довольны. Едем есть торт. Мы решили десерт не заказывать в ресторане, потому что у нас есть торт, и кто-то же его должен есть. А вот это будем мы. Ты хочешь еще раз задуть свечки, Максим? Может быть. Хочешь, значит, да? Ну, давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Максик. Happy birthday to you. Ура! Да-да-да, тушите, а то, короче, сейчас пожарная сигнализация сработает. Ну что, режем, не дожидаясь перитонита. Максим, я хочу уже его съесть. Вот смотрите, как выглядит прекрасно. Мне кажется, очень даже ничего тортик получился. Кушайте на здоровье. Торт едим на ночь гляды. Без 10:08. Вкусно? Максиму понравилось. Отлично. Это главное. Главное, именинник доволен. Что еще надо? Все. Будем отдыхать.